Приветствую вас, дамы и господа, с вами вновь Соней. Давненько не видели с вами в Gran Turismo Sport. Сегодня у нас понедельник, и тут обновился контент. Каждую неделю, как вы знаете, точно все знают, что в Gran Turismo меняются разные трассы в режиме спорт. И сегодня у нас типа топовая гонка будет на треке Фудзи. Знаете что, первый раз я полез на испытание круга, вот это вот как оно там, изучение трека, как там эта хрень называется. Давайте выйдем, сейчас посмотрим. По идее, мне сейчас машинку дадут, нет? Да, дадут машинку. Получено все золото. А, Фудзи International Speed. О, тут еще и тачку дают, серьезно. Изучение треков, ребят. Дескать, многие говорили, что по этой фишке дайте мне или GT2, или GT4. Спасибо, наконец-то GT4, кажись. Или 3. Группа 4, наконец-то. Первая машина группа 4, у меня Alfa Romeo 4.7. Многие говорили, что, дескать, по вот этой вот теме можно учить треки. Знаете что, ребят? Я тут сижу буквально 5 минут, даже меньше, я с первого раза прошел все. Я еду по Фудзи очень криво. Это говорит о том, что ни хрена вот эта тема не заставляет учить треки. В том плане, что здесь дают время, ну, очень вообще изичное, как мне кажется. Очень изичное. С первого раза, ребят. Я, конечно, он среди друзей 118, но, блин, я повторюсь, с первого раза, я даже не парился, я сел без вката, без ничего, фух-фух-фух, и абсолютно все три спецучастки и полный круг сделал. Я, короче, удивился, честно вам скажу. О, где-то он 18, где-то получше, даже интересно, что при 75-й, блин, много у меня друзей, однако, катают Gran Turismo Sport, это круто, а кольцо 24-й, с первого раза. Ну, такое, короче, ребят. Давайте смотреть, что у нас там. Я еще не проехал суточную эту дозу, как она там. Мне нужны машины, катастрофически нужны машины. И в спорте, по-моему, у меня нет группы 2. Я не уверен, мне кажется, что у меня нету автомобиля на группу 2. Как раз на этой самой Фудзи. Тут можно еще потренить Батерс, стопудово я проеду с первого раза. И можно потренить Лесард, которая тоже стопудово. Кстати, вот эта гонка будет крутая. Монокласс на Тойоточке 86 GRMN, что это значит, хер знает. Может, какая-то на тюнинге. Да, на тюнинге, слушай, по-моему. Вот это вот будет прям вообще сок, я вот предвкушаю. И Батерс в группе 4, это тоже круто. Ну, для начала хотелось бы пострадать в группе 2. Знаете ли, с большего к меньшему идти проще, чем с меньшего к большему, как по моему мнению. Поэтому такое себе дело. Так, расход топлива X3, шины X10. Гоночные мягкие нам дают и гоночные жесткие. То есть любые шины можно выбирать. 25 минут гонка, 13 кругов. Вот тут даже интересно, мне кажется, тут мягкая резина будет улетать, а штука так. Хер знает, как по расходу, все скорее тут надо будет на среднюю ориентироваться, я так думаю, и в середине гонки заезжать на пит-стоп. Ну хорошо, чисто поржать, тачка. Вот у меня есть, а не тачка, чисто поржать, к великому сожалению. И это проблема, скажу я вам, потому что группа 2 стоит денег. А у меня их целых 590 тысяч, я, конечно, мог бы сейчас заехать еще потренить остальные треки и чуть-чуть зафармить, но... Я даже... А подожди, надо посмотреть, что вообще рулит там на данный момент. Я даже не имею понятия, что покупать. Так что была одна машина, ну вот хотя бы на сегодняшнюю гонку. Так, поржать, давайте посмотрим, что там вообще в спорте нынче рулит. Результаты квалификации, давай 10 лучших, вот это вот интересно. Значит так, Матюль... Аутек GTR. Ага, гетер, значит, какой-то матюль, интересно. В принципе, смотрите, вот кто-то проехал хорошо, и все как один начинают строчить. То же самое. Потом какой-то Raybrick NSX концепт. Ой, нет, NSX. Хотя концепт можно посмотреть. Но вот пойдем посмотрим на этот гетер. Что это у нас за гетер такой? И что он стоит? Мне что-то кажется, что я немножко не вписываюсь по бабосикам. Хотя можно было бы зарегаться на чемпионат FIA. И вполне возможно, там можно будет это самое, какую-то тачку на шарик получить, но... Я посмотрим, посмотрим. Можно, в принципе, на Nissan сразу это самое. И подписаться, так сказать. И зачем покупать тогда автомобиль? Вот, походу, этот гетер, видимо, да? Вот я что-то думаю, что это прям вот он. Вот он, группа 2. А, нет. Вот он, Матюль. Стоит 800 штук. Ну, прикольная машинка достаточно, кстати. Вполне себе. А ну в натуре, можем ли мы подписаться на FIA тот самый? Контракт там подписать с Nissan, допустим. Вот у нас будет тачка. Чё бы я вот это вот покупал еще хрен пойми чё на одну гонку? Да, правильно. Я думаю, что логично. Ну, посмотрим. По-моему, вот это вот оно. FIA, Gran Turismo, бла-бла-бла, присоединиться к гонке. Вот сука. А что по машинам там? Короче, чё-то не работает моя схема. Ладно, ребят, пошел я тогда фармить до 800 штук, чтобы купить себе машину.
А в группе 4 мне придется ехать на Альфе, которая мне не очень зашла чё-то, потому что она такая вертлявая скотина. Но что поделать? Ладно, тут, в принципе, вот это вот знакомство с школой вождения у меня еще не пройдено. Чё, в натуре, а за это платят? Я уже не помню. О, за это машины дают, кажись. О, парни. Так это разговор. А, подожди. А, я ее уже получил. Денег дают? Давайте вы скажете сейчас, что вы... О, дают денег, только что-то не густо. Или поедем сегодня вот эту вот школу, а? Как-то вот нежданно-негаданно будет у нас такая себе серийка «Школа вождения от Сончика», да? Давай, короче, понеслась. Коль такие именины, а почему бы и нет? Я очень даже за... Так, за 15,5 нам нужно проехать Голдишко. Это этот самый у нас Интерлагос. Ой, не очень я люблю Интерлагос. Тачка группа 4, вот, вот это клево, что группа 4. Вот, кстати, группа 4 неплохие машинки довольно-таки. Вот мне... В этой игре реально нравятся все дорожные тачки, даже причем быстрые, неважно, и группа 4, нормально, так скажем. Все остальное, ну, извольте на любителя, как говорится, но я поеду, в группу 2 я поеду все равно, потому что, блин, не знаю, вот, я вот постоянно ругаю Гран Туризмо, то 5-10 мне не нравится, а вот, сука, цепляет все равно, хоть ты тресни, хоть стреляй мне. Итак, ребят, что там, 15,5, это какой поворот-то? А, с прямой, да, понял. Ну давай попробуем, что получится у нас. Сейчас и поближко подфармим, и тачку можно подфармить. Вот это вот я понимаю. Что-то я слишком уж аккуратничал. Криво так прошел. Я не удивлюсь, если сейчас сходу золото получу. Реально не удивлюсь. Не получаю. Криво прошел и получил серебро, ну ладно. Допустим, сейчас все равно нам чуть подсыпят денег. А еще, после того, как я проеду там, сколько там, 40 километров, да, в день? Я еще и получу еще тачку. Если выпадет группа 2, это будет просто сочненько так. Вот где-то тут. И на третье. Не, нихера не пролезло. Не дисквалифицируют? Но это уже точно золото будет. Дисквал? Нет, это золото не будет. И даже время херовое. Слушай, это прям нормально. Вот это вот поинтереснее будет, чем вот это изучение трека. Почему там такое время дали? Изёва, это что с первого раза проезжаешь криво, раком, боком. Ну да ладно. Хорошо, до второй передачи, говорите, но все же я предпочел попозже притормаживать. Так медленно, то быстро, то медленно. Вот тут баланс бы этот найти. Не люблю Интерлагос, честно скажу. Оп, но я проехал. Айщ, нормально. Блин, я думал, что я давно уже всю эту дичь прошел, оказалось нет. То есть школа вождения у меня не пройдена, ну... Хорошо, вот, ежедневные тренировки, 14 км мы родили, я думаю, что как раз... Сегодня мы еще получим какую-то тачку. Было бы неплохо. Ураканч, ох, вот, блин. Красивая же машина, но скотина специфическая. Хотя, подожди, что за поворот? Что за трек? Лаго Мажора этот, Мажор хребаный. Вымышленный грантуризмовский трек. Но тачка, я теперь знаю, что она полноприводная. Поэтому я уж как-нибудь рожу. Торможение в повороте 2, нам говорят. Можно даже не читать особо, о чем речь. 16 секунд надо взять золото. В принципе, ровно тормозить. И этот поворот ни черта не... Не помню. Вот честное слово. 100 лет на нем не катал. Реально, блин, года пол. Так точно. Или... Подожди, это первый? Нет, не первый поворот. Давай, поехали. А, все, я понял, что это. Ну, кстати, не люблю этот поворот. Он такой заковыристый. Вот такая штука, кстати, реально может плюс-минус справить руки. Лучше тренить треки, мне кажется, не в школе изучения треков, а вот... На такой теме, потому что... Здесь времечко дают более так впритык, скажем так. Но я проехал с первого раза. Хотя тоже выкладываться не заставляю. Знаете ли, то, что было по лицензии в Gran Turismo 5 и 6, это был сатанинский ад. Это так, для деток. Просто чук-чук, покатался и до свидания. Типа не заморачивайся, иди в онлайн там. Выбивай всех, руби, круши. Ни в чем себе не отказывай. На самом деле это не так, конечно же, но в старой части Gran Turismo было гораздо сложнее. Это уже на минуточку какая у нас лиза. А, это любитель все еще. А то есть там еще дальше будет и нехорошо, ну допустим. Но вы знаете, даже на любителя в Gran Turismo 5 вы смотрели, да, серию, где на сраной прямой, по-моему, с километра оттормозиться нужно было. Я больше часа страдал, я там просто, там такая нарезка вышла бомбическая. Так, тачка Viper у нас дальше. Willow Springs. Пытаюсь... курить. А, я понял, что за поворот. Связка из поворотов. Кстати, это очень интересные повороты на Willow Springs. Ничего особо сложного. Но если ошибиться, то, конечно же, можно улететь на песочек, который здесь не подарок вот вообще. Оп, тихонечко, чё ж дергаешься-то? Здесь главное не спешить. На второе можно скинуться.
А здесь теперь так пошире, пошире. Ну, я неправильно прошел малость, но... Сейчас мне кажется, что должно все сканать. Все из канала. В притирочку, но с канала. Опять изичный трек. Изичное испытание. Ну, для любителей. Но, блин, Gran Turismo 5, я как вспомню про лицензию, любительскую, мать вашу. Знаете, для меня лицензия Gran Turismo 5 из ран на максимальной сложности на одном уровне примерно. Боль. Реально боль. Самая настоящая. А тут как семки просто это все стрелишь. Так, дает Мерси Нюрбу. Нюрба, о, петля, замечательно. Хоть не джипишная. Так, это, по-моему, я знаю этот поворот. Да, ребята, это как раз одна из самых низких точек на треке Нюрбурхринг. Кажись, это оно. Да-да-да-да-да, мы выходим на скоростном повороте, заезжаем на самый медленный поворот, кстати, и потом на спуск там, тоже это... Ща все будет, пац... Чё пошло не так, я не понял. Что ты мне дзинкнул? Чё? Не надо. Это для людей, которые не шарят. Нюрба, это нормально. Это знаете ли, мы с Нюрбой на ты общаемся, все хорошо, поехали. Выпускайте, пожалуйста. Да, это оно. Это оно. Разгон. Сейчас торможение. Чуть-чуть ошибился. Блин, ну машина странно себя ведет. Здесь на фул тапочку вылетаем. Там сбоку справа сейчас будет поребрик. На его окончании скидываемся по третью передачу. Вот он. Я решил пораньше, потому что здесь что-то он какой-то этот поребричек подальше. И изикаточка. Там еще и времени остается просто колоссальное количество запасов. Нюрба, пацаны, это все нормально. Можно хоть лап зафигачить. Кстати, можно на Нюрбе, наверное, поднять бабла. На самом деле, для людей, которые новички, Нюрбурхринг — это адское испытание. Для меня когда-то таковым он тоже был. Во времена Gran Turismo 5, школа AMG, да, помните там такую тему? Ох, там было не сладенько. Особенно в дождь. Ох, там было не сладенько, ребят. Реально было сложно. То на сегодняшний день, ну окей, ну поехали, ну чё. Так, следующее испытание. 37-е у нас по счету. Движение вверх по склону. Опять Нюрба, прекрасно. И автомобиль даже тот же, только в другой ливрее, кажись. Прекрасно. Так, это первая карусель. Идет вверх, и там идет серия поворотов, которые совершенно элементарные. Все проходятся на газ в пол. А вот этот, который перед финишной чертой, скидон, третья, четвертая передача, в зависимости от ситуации, от автомобиля. Сейчас посмотрим. 14,8 секунд нам предлагают это дело проехать. Что-то там труднее разгоняться, бла-бла-бла. Недостаточно поворачивать. Ага, то есть у нас машина на андерстир настроена, говорите. Ну, блин, здесь даже на Нюрбе, кстати, недостаточно поворачиваемость будет более предпочтительная, чем избыточная. Потому что нужна стабильность в первую очередь здесь. Поэтому это, наоборот, правильная настройка даже. Так, что, старт, что мы ждем? Я думал, оно прогружается, оно уже давно загрузилось. Выпускай, идет. Давай, да, выезжаем с карусели. На первой передаче с карусели. Пс. Это уже ошибка, между прочим, для GT3. Вторая передача должна быть. Тут на тапку в пол, говорят, скинемся до четвертой, но я говорю, нет, тут пошире держимся. Скидываемся. Ошибся, сука. Вот, да. Тот, кто говорил, что с Нюрбой на ты. Но тут, скорее, и поведение автомобиля немножко подвело. Реально недостаточно поворачиваемость, даже какая-то слишком. Чуть-чуть пораньше притормозить, и все будет замечательно. Итак, кочегарим, вообще не заморачиваемся на вот эти вот подсказки внизу. То что, смотрите, плюс одну передачу смел. Четвертая, значит пятая. Во. Здесь он говорит третья, значит четвертая. Только если что, притормозить пораньше. Во, видишь, пролез. Тут можно атаковать чуть поребричек. Изикаточно. Полсекунды еще и практически остается у нас времени. Можно было и лучше. Нефиг делать. Это, знаешь ли, просто так понял. А, машина сильно андерстирит, простите. То есть недостаток по управляемости имеет. Такая прикованная. Значит, пораньше тормозим, все. Никаких проблем. Баблишка капает. 800 тысяч мне надо, лучше тачку GT2. Но я сегодня получить намерен два автомобиля. Слушайте, надо вот реально, наверное, раз в недельку и школу вот эту вот тоже проходить. Но мне кажется, что дальше все-таки испытания будут повеселее. Audi TT-Cup, кажись, впереди пивот нам предлагает пит-стоп. Чего? Этот рок посвящен пит-стопу, так называется, временный выход из гонки для дозаправки, замены шины, бла-бла-бла. Итак, вы находитесь на последнем круге длительного заезда, у вас вот-вот кончится топливо, поэтому для того, чтобы доехать до финиша, вам обязательно нужно дозаправиться. Заехав на питлайн, сначала замените шины, а потом начните дозаправку. Очень важно залить именно столько топлива, сколько требуется для завершения гонки. А если его окажется слишком мало, вы остановитесь пустым баком, а слишком много, ваша скорость будет ограничена. Да, это на самом деле правда, но я обычно заправляюсь чуть
с большим количеством, но мы, походу, выезжаем с пидстопом. А, нет, нам надо круг проехать. О, вот это клево. То есть круг с пидстопом, да? Я так понимаю. Сейчас давай посмотреть. Вот это интересно. Audi TT. Да, мы едем на Brands Hatch, это, ну, видимо, не совсем круг будет, кажись. А, нет. Я что, на пидстоп сейчас должен. Вот что неправильно в Gran Turismo Sport, это то, что можно на пидстопы... Так, не надо, конечно, заезжать. А здесь в Brands Hatch, кстати, пидстоп еще такой, что заставляет вас оттормозиться, хочешь ты того или не хочешь, но все равно можно вести себя чуть повеселее, чем надо было бы. Просто на Газпол 80 с плюсом ГЖ нам предлагают. Давай, меняй, что-то я там тупил немножко, его там надо заправить ровное количество. Оп, с избытком я явно залил, но я немножко топ тормознул. 1,3 круга, нихера. Может быть, я даже не пройду, но не знаю, сейчас посмотрю. Воу, еще и сопи... Ты че жопу подставляешь, упырь? Скотский ящик. Реально жопу подставляет. А. Ну, это испытание уже интереснее, на самом деле. Как минимум интереснее. Машинка переднеприводная, немножко необычно, блин. Ждешь от нее каких-то сносов, а их нет. Эта тачка, насколько я знаю, кстати, по крайней мере, раньше жестко имбовала Gran Turismo, что-то я ошибся. При том, при всем, знаешь, она вполне себе реально меняемо рулится. Реально меняемо. Оттормаживайся себе ровно, и все будет профи. Все будет зашибись. Я помню, до того, как у меня не исчезли тачки из гаража, у меня этих ТТ-шек было хоть соли. Видишь, я даже медленно прохожу повороты, а тут быстро. Ну да и срать. У меня передний привод. Он комфортный. Интересная машина. Просто как паровоз прет. Ошибочка, медленный выход. Но я решил не рисковать, чтобы на траву не вылезти. Так, а нам сколько там? А, мне нужно просто первым при... Ну ладно. Я еще и 8,5 секунд привез. Ну, это для людей, скажем так, реально, которые любители. Которые не особо понимают, что такое пит-стоп, видимо, просто отработать. Ну, допустим, тоже было полезно. Блин, ну это реально для детей. Испытание. Давай дальше. Может, потом под конец начнется что-то действительно такое. Но, тем не менее, это детское испытание все же веселее, чем изучение трека. Там вообще, по-моему, от балды время взяли. Ну, слишком, как мне кажется, мало. Как-то можно выучить трек. Итак, мы едем к Kyoto Driving Park Miyabi. Автомобиль GTR в группе 4. Здесь все группа 4, типа, ну, мы любители, там, туда-сюда. Мы недостойны более быстрого, и хорошо. Более быстрый будет у нас потом. Хотя мне бы вот сейчас в группу 2 покатать, потому что я помню, что она такая адская, блин, реально. Довольно-таки адская, со странным трекшеном, странной работой резины, вот этой вот колбасней постоянно. Надо акклиматизироваться и привыкнуть к этому делу. А вот пока возможности не дают. Причем, знаете, мне кажется, было бы правильно, если бы давали изучать трек, вот, перед гонкой, чтобы оно реально помогало, допустим, на том классе, на котором тебе нужно. Это было бы правильно. В самом-то деле. Так, планирование пит-стопа. Давай посмотрим, что там нам надо запланировать. Что там у нас? Что мне ее... А! Погоди-ка. То есть мне надо на экономии проехать. На этом Kyoto гребаном. А ну, буст херачим. А ну, двинь, скотина. Булочки. Боцкая. Я этот трек что-то так смутно помню. А сколько кругов-то? Пока ты тупишь, еще сколько кругов проехать? 14 из 16. Тут срезали, там штраф, да тут интересно. Слушай, я уже первый, но что-то мне надо было, наверное, на пит-стоп заезжать. Давай экономию жарим. Вот оно чё. Это дают... Три круга, типа, проехать. Что-то я, по-моему, не вписываюсь. Давай-ка экономить. Можно даже на пол шишечки давить, на пол тапочки. Гашетку не открываем полностью. Пол круга, говорят. Да что-то, по-моему, я вписываюсь аж со свистом. Пацаны, ваш этот, блин, экономайзер тут что-то привирает.
Мне тут хватает аж со свистом. И на фул газ мы несемся. Что там? 160. Нормально, пацаны. Бум-бурум-бум-бум. Быстренькие парни. Давай, поехали. Я подэкономлю, если что. Ага, я уже четвертый. А что это мне дали? Штрафчик. Вот это интересно. Петрушка. Так, ну штрафчик надо бы скинуть, а еще было бы неплохо. А, я первый? Ладно. Где нам скинуть штрафчик? Сейчас посмотрим. Я первый оказался. Я думал, что я четвертый выезжаю. Что-то проглючило. Так. 0,4 сек, надо его скидывать. Огонь. Что там, парни? Как оно? Все, порешали. Хорош. Золотишко еще одно нам уперлось. Правда, вот у меня с регулировкой проблемы. Надо мне, наверное, другой профиль включить. Вот что реально круто в хабе, который я использую, конвертере в смысле. Можно, блин, назначать что угодно, как угодно, любые девайсы к PlayStation подключаются, аж только так. Это круто. Так, замечательно. Замечательно. Следующее испытание у нас, что, последнее? И дадут автомобиль. Замечательно. Экономия топлива. Вот что нам говорят теперь. Tokyo Express Way. Мы едем. Кстати, появилась новая версия. И, блин, я так хотел вам снять видео. Я даже снимал. Полтора с плюсом часа возился, меня 4 раза дисконнектили. Меня раз выбили грубейшим образом нахрен с трека. Я, короче, да, я бабанул, я плюнул на это дело. Хотя боролся я там в топ-3. А вот, и так ни хера я не снял. Вот поэтому неделю мы Гран Туризмо и пропустили. Но надеюсь, что после сегодняшнего видео, следующее вы увидите такие... Воу-воу-воу, борьбу какую-то в GT2, группе 2, извините. Так, нам предлагают, я так понимаю, полное кольцо проехать. Кто-то из корешей за 2.30 проехал. Я пытаюсь сейчас сообразить, я катался вообще? Наверное, катался на такой версии этого Токио. Изменить характеристики, да. Так, как? Все, я понял, что мне с топливом делать. Ну хорошо, на прямых участках мы давим на фул мощность. Нам надо 19-20 круг проехать. Топливо... Блин, где оно? Вон оно. Ну, скажем так, не густо, поэтому надо будет поиграться немножечко. Пока что разгоняемся до упора. Обходим ламбу. Получается, что вот этот сектор мы проходим на фул бусте. Я думаю, можно переходить. Не разгоняется ни черта. Скоро предложат там это тормозить, можно еще все-таки. Чуть не, блин, прифигел на экономии, слишком жесткой. Так, что-то я, блин, коряво еду. Давай что-то среднее возьмем, вот так. Пока нам не говорят, что у нас круг остался. Можно даже, наверное, может поднавалить, попробовать. Не помню эту конфигурацию этого трека совершенно. Так, третья передача, вряд. Ага, оп. Очень удобная, конечно, эта фишка, если ты плохо знаешь трек, что куда тормозиться. Ты что, медленно поедешь так, но все же. Позиция 2. Можно даже еще чуть экономайзер вжарить. И не особо париться. Так, что-то у меня топливо прям мельтешит на подсосе. Или это... А, это последний круг. Ноль один круга осталось. Так, а где финиш-то? Не, братишка, неловкая ситуация. Все, я что-то думал, что надо чуть подольше нам поездить. Извините. Ой, простите меня, холопа. Кстати, Вайпер довольно-таки стабильный аппарат, я так посмотрю. А где они делись-то? Все, у меня нету больше топлива. Блин, закончилось! Где финиш?
что-то мы, по-моему, не доехали, пацаны. О, а может и это? Довези меня. Довези меня, сказал. Блин. Все нормально, пацаны, сейчас все будет. Хорошо, здесь атакуем опять же. 19-й круг, и вот сейчас начнется 20-й. Тех заодно поймем, ваши тоннели где-то, по-моему, тут у нас старт. Вот он, да, в тоннеле, блин. Слушай, давай я сейчас пройду ламбу и усядусь на хвост этому. Вот уже. Ащ, экономим, блин. Парень, ты чё так едешь тухло? 250 больше мы не могём. Вон он в зеркале. Сейчас он ещё в мой слепстрим будет разгоняться. Ай! Штраф дадут? Нет? Вообще надо бы. Но не хотелось бы. А ну-ка ещё чуть поднавалим. Вот так, на троечку. Потому что здесь, блин, сейчас поворот, конечно, начнется, может, подъедем к парням. Ну, это уже повеселее, так скажем. Это любительская испытаница у нас такое. Ну-ка, братишка. Давай, машинковка, давай, родимая. На пятый пролазим. В экономичном довольно-таки режиме. Здрасте. Теперь должно хватить. Надеюсь. Можно фул экономить даже. 0,3 круга, говорят. Плохо дело, однако. Догоняет. Блин, а там прямая будет, я даже не знаю. Ну хорошо, что ты слоупок, тупишь на поворотах. Пока иду на вот так на экономайзере. Может быть, чуть-чуть поддам. На пятерочку переключу. Не, можно даже вот так. Нет. Слишком мало. Вот уже тоннель как бы, ну... Все, можно экономить. Очевидно, что я приехал. Но уже тут надо подумать, что да как, а что, что, куда. Оп! Финиш. Итак, наверняка сейчас дадут тачку в GT4, я надеюсь. Мне нужны тачки GT4 и GT2. Это то, что у меня нет вообще. Вообще мне нужны все тачки. На все классы. А вот. Чтоб располагать хоть чем-нибудь, как говорится. Во, ежедневную тренировочку мы закончили и получаем подарок. Автомобиль, да? Давай смотреть, чего дают. Тут, по-моему, опять же рандом. Вы получили подарок. Во-во-во-во-во-во-во-во. Только они дорожные. Блин, они все дорожные, по-моему. Ну на кой черт они мне надо? Нет, я с удовольствием, но... Мне еще эту новую дали, как она там? Шевинова или как это там? Шевинова. Спасибо. Это будет у меня уже вторая. Правда, я не помню, исчезла, не исчезла она у меня. А такой вот автомобиль. Так, регулировка, громкость. Да, мы это пробовали, спасибо, спасибо, что позаботились. Пс-с-с. Ага, вон у нас где финал будет. А любителей. Ну, финал мы, наверное, как-нибудь потом проедем. Че, ребят, давайте смотреть, что нам за тачку теперь дадут еще за ежедневную тренировку. Пожалуйста, GT2. Пожалуйста, вот просто GT2. М? Группа 2. Ну, тут что-то группа 4. Группа 3, группа 4, наверное, и дорожные. Не надо мне дорожные. Нет. Спасибо и на том. Группа 4, наверное. Субарь. О, Субарь это неплохо. Да, VRX. Все, у меня есть две тачки в группу 4. Живем, как говорится. На одну гонку доступ есть, а еще на одну... Сейчас посмотрим по баблу. 746 тысяч, он вижу. Нет, еще на одну не хватает. Будет хорошая маза заехать такие на знакомство с трассами. Просто быренько это дело все... уработать. Такие дела, ребят. Короче, надеюсь, что вам понравился такого формата видосик, хотя черт не знает. А в следующей серии уже покатаемся с парнями в онлайне. Я так думаю, начнем со сложного и пойдем по нарастающей вниз, так сказать, в обратную сторону. Надеюсь, что у меня все получится, потому что не всегда все выходит так, как хочется. Спасибо, что смотрели. Лайк, если понравилось. Подписка, колокольчик, если ждешь следующие серии. Увидимся, ребят. Клевая тачка. До скорых встреч. Пока. Интересно, а тут Керсы ДРС реализовали?
в этой тачке, потому что в драйв-клабе есть. Тут хер знает. Ну ладно, как-нибудь узнаем. Пока, ребят.